Друзья, в продаже у нас Renault Duster 2018 года выпуска. Объем двигателя 1,5 литра на механике. Автомобиль у нас дизельный, полный привод. Приобретался он у официального дилера в городе Красноярске. У автомобиля оригинальный ПТС, единственный хозяин. Очень хорошая комплектация. Имеется 4 стеклоподъемника. Также у нас имеется мультируль. Возможно, круиз-контроль. Установлена мультимедиа с камерой заднего вида. Вот так это вот работает все. Имеются парктроники, кондиционер, шайба переключения полного привода, также электрорегулировка зеркал. Имеется также навигация, подогревы передних кресел, такая вышивка на сиденье. Также на автомобиле сверху имеются рейлинги. Автомобиль в отличном косметическом и техническом состоянии. У автомобиля два ключа. Также имеется сигнализация с обратной связью.